Сегодня у нас необычное утро. Потому что обычно в это время мы идем в парк, а сегодня мы идем на вокзал, потому что уже отправляемся дальше дорогой. И напоследок нас провожает кошка. Они такие ласковые. Знакомые киски. Смотри, она прям с камерой пишет. Зала поедем на метро. Ладно, что в Куала-Лумпуре такое хорошее метро, и мы от дома прям до вокзала напрямую доберемся на метро. Всегда необычное чувство, когда ранним утром едешь в общественном транспорте. Потому что все люди находятся в таком простом, обычном настроении, едут на работу. А у нас настроение совершенно необычное, потому что мы едем дальше в другую страну. До Таиланда на самом деле добраться из Куала-Лумпура вообще не проблема, потому что ходит очень много автобусов. А вот и наши билеты. Сейчас по ним пройдем вниз уже к автобусам. Мы, оказывается, так комфортно обустроились в своей квартире здесь, в Куала-Лумпуре, что забыли, что находимся на самом деле в путешествии. Сейчас только на вокзал пришли и почувствовали этот дух, что мы, оказывается, в путешествии, и у нас теперь предстоит постоянно впереди дорога. Олег, скорей! Окей. Наш автобус подошел к задержке, спешим уже на посадку. Готово. Ну что, в этом автобусе мы проведем целый день сегодня. Кажется, что после обеда мы вернемся в свою квартиру. До сих пор мозг не может осознать, что мы вот уже выехали из Куала-Лумпура. Когда часто перемещаешься, такого не происходит. Но в этот раз мы так долго просто пробыли на одном месте, что я до сих пор не могу осознать, что мы уже все, не вернемся в Куала-Лумпур сегодня. Олег уже уснул. На самом деле мы очень сильно не выспались и сегодня чуть не проспали вообще свой автобус, потому что вчера прям допоздна гуляли по центру города. Никогда не знаешь, что встретится на прогулке. А здесь на самом деле настоящий карнавал и люди в костюмах. I'm
В общем, это была прощальная вечерняя прогулка по этому замечательному городу. Занял самое козырное место впереди, рядом с водителем. Как сейчас помню один эпизод из детства, когда ехал с родителями в машине и думал, вот было бы здорово сейчас свернуть неизвестное направление и поехать, куда глаза глядят. Ну что же, мечты сбываются, именно сейчас так и происходит. Ехать нам на этом автобусе почти 500 километров. Это 8 часов пути. Автобус очень хорошо продуман для комфортной длительной поездки. Здесь, конечно же, откидные сиденья, которые в то же время находятся на большом расстоянии между друг другом. Есть такая подставка и поддержка для ног. В каждом месте предусмотрена розетка. Постоянно работают кондиционеры, а если вдруг становится холодно, то предусмотрено одеяло. Ну и самое приятное, здесь есть даже Wi-Fi. Автобусы и правда комфортные, мы тут вдвоем подремали, уже отдохнули. Да, сейчас как раз уже хорошая такая длинная остановка. Пора уходить. О, местная зазывала. Да, какой бы ни был комфортный автобус, выйти всегда приятно, размяться, пройтись. Здесь уже, кажется, совершенно другой климат. Как минимум уже какие-то новые деревья и новые запахи. И на улице очень жарко. В городе было не так жарко, как здесь. Вообще, уже чувствуется, что далеко находимся, совершенно в другом месте. На данный момент мы проехали уже, можно сказать, половину расстояния. Вообще, незаметно, очень комфортно. Никакой усталости в дороге нет. Очень комфортный автобус. Коряжечка. А кто-то в это же время путешествует на мотоциклах. Вот таких боевых конях. Очень приятно удивляет наличие такого большого количества остановок. Обычно, когда едешь в автобусе, то постоянно волнуешься. Но когда же остановка, когда же туалет? А здесь явно, опять же, все продумано для людей. Зайдем сейчас внутрь, посмотрим, что можно купить вегетарианцу. Ну да, на месте, конечно, нет ничего для людей, которые ведут здоровый образ жизни. Хотя в дороге всегда что-нибудь хочется купить, но здесь особо нечего. Да. У нас есть апельсины. О, собака закупилась в магазине. В итоге в Малайзии мы прожили один месяц, и сегодня он подошел к концу. Да. И на этом же закончилась вся наша определенность. Теперь вот мы едем в автобусе уже в сторону Таиланда, и все, что мы знаем, только что этот автобус нас доведет до какого-то пограничного тайского города, нас там высадит, а дальше все, у нас уже нет никаких планов. А вот мы уже и приехали до границы с Таиландом. Быстро. Выходим, паспортный контроль. Уже пограничный пункт, так дорога быстро пролетела, прям незаметно. Наверное, долго все-таки спали. Да, вот, immigration clearance. That's for foreigners or for Thailand? Окей, никто не говорит особо уже по-английски. В Малайзии все, кстати, говорили на английском, очень удобно. Но вот она и граница с другой страной, с Таиландом. Пока ничего особенного, нет каких таких необычных ощущений. Кажется, обычная дорога. Наш автобус уже проезжает и заберет нас уже в Таиланде. Все происходит очень быстро, уже практически подошла моя очередь проходить таможенный контроль. Мы прямо только что официально пересекли границу с Таиландом. Процедура простая, просто взяли наши паспорта и поставили нам штамп. В Таиланде теперь можно находить целых 30 дней. Да, даже не верится, уже на другой земле. Че, Мила, какие ощущения?
Ты чувствуешь себя, что ты в Таиланде? Ну, мы как пересеча границы, сразу оказались в каком-то городе, поэтому яркий контраст. То ехали по какой-то трассе, а теперь уже прям в городе. Да. Водитель же ругается на нас. Окей. No problem. Окей, bye-bye. Это уже тайские улицы. С тайскими людьми. Пока вообще не создаёт. Сейчас поймали себя на мысли, что вот это чувство некой такой определенности, оно точно заканчивается. И даже какое-то появляется волнение, что где мы сейчас выйдем, какой-то будет город. Уже явно вокруг чувствуется, что все не так, как было. Совершенно все иначе. Кстати, в этом ананасе сейчас нет ни копейки местных денег. А только 140 малазийских рингит. Да, надо их... которые здесь, в Таиланде, конечно, ничего не купишь. Да, но я думаю, что мы их должны успешно обменять. На самом деле это чувство неопределенности, оно в путешествии как раз и манит. И в то же время является постоянно, каждый раз неким таким испытанием. Лично меня оно сейчас пугает. Только что выяснилось, что все, автобус остановился, и нам надо уходить. Это последняя остановка. Да, что, милый, пойдем? Ай, уходим. Я не хочу уходить в автобуса. Но мне все еще кажется, что это Куала-Лумпур. На стоп, на стоп. Окей. Да, это последняя остановка. Хорошо. Есть одно правило, в месте, где тебя высаживают, надо быть предельно внимательным. Потому что здесь могут предлагаться крайне сомнительные какие-то услуги. В любом случае, нужно куда-то отойти и там уже принимать взвешенное, трезвое решение, куда идти, в каком направлении. Я до сих пор еще не могу осознать, что мы находимся уже очень далеко от привычного нам города, где мы пробыли почти целый месяц. Вижу, что вон там мы сейчас добудем деньги. Ну вот у нас сейчас появятся деньги. У нас была с собой небольшая сумма рингит. 1400 рингит, за них нам дадут 1095 бат. Да, этого должно хватить, наверное, на отель, который нам сейчас предстоит найти. Капунка! Йо! Капунка из Минце. Вот капунка. Окей. Ну вот потихоньку начали учить местный язык. Окей, бай. Бат это сколько? Сколько бат? 990. Дорого? Дорого? Я думаю, 1500 сейчас рублей, не знаю. 990, да? А, сейчас зашли в отель, он явно очень недешевый. Идем дальше. Налево пойдешь, не знаешь, что найдешь. Направо пойдешь, тоже не знаешь, что найдешь. Сейчас, как никогда, надо, чтобы включилась же интуиция и пойти в каком-то направлении. Так непривычно, что на тайском написано. Да. Английского немного. Уже вот тайские отъевшиеся собаки повсюду. Да, совершенно другие собаки. Ну что, вот мы добрались до Таиланда. Добрались до, можно сказать так, последней точки известности. Да, что дальше-то? Не знаю. Да, в общем, надеемся до скорой встречи. Всем пока. Пока. Фруктовая парочка с
вами. Ну что, Мила, у тебя есть какие-нибудь идеи, куда мы пойдем? Нет, у меня нету. Зато у меня есть идея.